Правительство недовольно темпами легализации самозанятых. Сейчас их около 20 600 000 зарегистрированных, капля в море. Поэтому премьер Дмитрий Медведев поручил Минэкономике и Минтруду проработать идею бизнес-омбудсмена Титова, пишет «Коммерсант». Тот предложил предоставить самозанятым возможность работать по патенту за 10 тысяч рублей в год. При этом их будут регистрировать в налоговой как индивидуальных предпринимателей. Им не надо работать с кассой, их освобождают от сдачи налоговой отчетности. Этот режим предлагают ввести для таких профессий, как ремонт жилья, пошив швейных изделий, парикмахерские услуги, ремонт бытовой техники, торговля в разнос. Идея в том, что самозанятые – это не бизнес, а просто способ заработать на жизнь. Пока что с начала года упрощенный режим ввели только трем категориям – это сиделки, репетиторы и домработницы. Им не надо регистрироваться как юрлицу или ИП, достаточно просто заявить о себе в налоговые органы.